73 по улице Мясницкая произошло столкновение автомобиля «Нива» с автомобилем «Opel Corsa». В настоящий момент на месте работают сотрудники госавтоинспекции города Саратова. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Водитель автомобиля «Нива» уже был освидетельствован на состояние алкогольного опьянения, которое показало положительный результат. В результате этого столкновения также пострадала девушка, учащаяся старших классов общеобразовательного учреждения города Саратова, которая в момент столкновения находилась на остановке, в которую отлетел автомобиль «Нива». Девушка пострадала. Сильно, да? Молодая.